Кыш, да сигналь прям. Ну давай, отходи. Разлеглись тут. Как у себя дома, бля. Всем рыбакам и охотникам привет. Сегодня мы отправляемся на охоту, на водоплавающую. Значит, мы сократили путь по реке Абиб, вдоль берега проехали километров, наверное, 12 сократили. Выезжаем на новой лодке. У меня напарник купил новую лодку. По-моему, Марлин называется. Немножко протестим. Посмотрим, как она себя ведет. Мотор, двигатель Меркурий 10 лошадиных сил. И вот приехали на двух поджериках. Неплохо проехали. Были, конечно, места такие, где не каждая машина проедет. Сейчас накачиваем лодку и отправляемся в путь. Здесь примерно езды по воде примерно, ну, где-то минут 40, где-то так. Ну вот, друзья мои, сейчас мы соберемся, накачаем лодку, загрузимся и поедем на свое место. Оставайтесь на канале, советую досмотреть это видео до конца. Я для вас постараюсь снять хорошие моменты. Оставайтесь с нами. Ну вот, накачали лодку, вот сзади меня стоит. Сейчас я вам немножко расскажу про нее. Какая она и что в ней есть. Ну вот, почти накачали лодку. Вот такая у нас лодка. Называется Профмарин. Плюс к ним еще идут сидушки с мягкими вставками, вот, чтобы жопе было мягко идти. И на пол еще стелется непромокаемая, ну, какая-то там подстилка, короче. Сейчас посмотрим, я еще не знаю, не видел. Насос, конечно, тут, блин, такой, знаете, вот как для матраса качать. Маленький, конечно, насос в комплекте идет. Да, вот такой, кстати, насос, он как вот для матраса, блин, необъемный особо, конечно. Так что, если будете покупать, обращайте внимание на такой вот насос. Ну, хотя, в принципе, я смотрю, материал-то толстый у него, хороший. Ну, не объемный, долго качать приходится лодку. Так, а у него такого днища, да, идет клапан этот? Да, только на две, клапан на две. А, ну вот, вот такой клапан, маленький, низкого давления, стравливающий, который для безопасности. Ну, короче, я скажу так, что вот этот клапан низкого давления предназначен для того, чтобы, допустим, в жаркую погоду выезжаешь на природу, в баллонах, в днище там, или в баллонах расширяется воздух, и, соответственно, этот клапан для этого и предназначен, чтобы стравливать излишку, ну там, короче, воздуха, вот, чтобы баллон не взорвался, так скажем. Вот для этого сейчас новый ноу-хау, так сказать, новые технологии придумали такие клапана. Как, скажем так, что для безопасности. Ну вот, мягкие сидушки, ништяк. Будем ехать комфортно в люксовом номере, люксовом, так сказать. Люксовый вариант. Реально удобные ручки. Взял и все, вдвоем потащил. Они прям жесткие, хорошо сделаны. А, кстати, вот здесь тоже есть. Здесь, здесь. О. Не, ну нормально накачали, что? А, вот он, вот этот пол. Он такой дополнительный. Непромокаемый. Так, вместительность у него 5 человек. И максимально 18 лошадиных сил можно двигатель ставить. Сделано в России, город Санкт-Петербург, 20 сентября 2019 года. А вот Андрюха показал сейчас, что где эта якорная фигня. А, вот она. Потом самому, конечно, надо будет клеить для якоря. Вот такой вот. Ну и идет с ним вместе ремкомплект и, короче, клей. Вот такой специальный клей для ПВХ. Ну и запасные там вон эти клеющие для веревки. Как они? Грибки, короче. Грибочки. Ну вот, движок Меркурий. Десятка. Нормальный движок.
сели на мель, блин. На резиновой лодке. Там чуть-чуть здесь осталось проехать до места. Сейчас у нас утро. Приехали вечером, весь день убили на то, чтобы добраться до места, потому что лодка особо на глиссер не уходила, потому что очень много груза было. Пришлось одного человека оставить и ждать 2 часа, короче, пока туда-сюда. Вот сейчас утро, сейчас отправляемся, попробуем вот вдоль речки. Здесь рыбы, кстати, нормально так. Дойдем там до поймы, попробуем поохотиться. Вот проем. Вот здесь даже табличка есть, охотничьи угодья. Сургутские охотничьи. Сургутские, да. Кстати, не было. А почему сургутские? Она не особо такая и старая. Свежая. Потому что по маховой границе. С той стороны город, а здесь район. Мне пацан скинул, короче, карту всех этих угодий. Ну. Вот надо посмотреть. Ну, обычно пишется РОО. Да, вот, да, да. Это районная охота, это вот это города Сургута. А здесь-то ничего не написано. Что, не откапали? Нас что-то хапанули. Наверное. Здесь какие-то границы было, свои очертили. Отжимают и все. Ну. По границе было маховой. А ну. Вот этот кусок, который был. Это был район. Да. Но сейчас уже сюда. На карте вот так. Ну, видите, за людей-то не считают, сейчас приедут и. А с 1 января мы вообще нарушаем закон. Мы находимся с оружием. О, старые грибочки. Нет, здесь грибы есть. Есть, но они уже все, они уже отходят. Он уже. А, белый? Белый? Старый белый гриб. А, точно белый гриб. Это белый. Ну. А, все уже ему. Он весь. Пахнет, да? Не. Не пахнет? Уже не пахнет. Вот как бы так. Это я пнул. Подходил сортир. Вон там, кстати, вправо. Да, особо не берите, там у меня мина. Подорветесь на мине. Бумага. Метка там есть, если что, бумажная. Так, надо же закатать сапоги, да? Сегодня у нас охота заключается только с подхода. Засидку мы не будем делать. Как бы в этих местах варианта такого нету. Будем чисто с подхода. Ну, надеемся, что сегодня что-нибудь возьмем. В этих местах мы одни, вообще тут никого нету. На той стороне вот, ребята видели следы мишки. Свежие, утрешние. Ну, там вот получается такая протока. И на той стороне, короче, прям свежие следы. Вот здесь вообще недалеко, где-то вон там живет фермер. Давно уже существует там у него изба. И вот следы видно, что вот на болотоходах, на гусеничной технике здесь ездят по полям. Здесь очень-очень дикие места. Мы вообще далеко от города. Очень далеко. А, есть, да, кто-то там... То ли гуси, то ли лебеди. Надеемся, что будут гуси. Что там? Гуси, гуси? Лебедь. А, лебедь. А, вон. Мы их стрелять не будем. Попробуем подозвать, будут они на нас идти или не будут. Отвлекаются. Отвлекаются, да. Ну, кстати, нормально идти вот по такому накатанному, да? Не, ну, вообще удобно. Вот вон там, я сейчас в бинокль посмотрел. Там вообще их просто дохерища, этих уток. Вот именно в этой протоке сидят. Мы сейчас сделаем крюк и попробуем подойти прям, можно сказать, с тыла.
Да, немножко тяжело по траве идти, по высокой. Ну хоть и в сапогах, он не тяжелый. Сейчас вот мы крючок такой сделаем. До тех кустов дойдем. И оттуда будем подходить потихонечку. Ну там их штук 30 сидит точно. Короче, смотри. Вот первый куст, потом второй куст, третий. Вот они где-то вот, где третий. Сейчас вот крикаш прям здесь сидел. Вот в этой маленькой лужице. Мы его не стали стрелять, потому что, чтобы тех не испугнуть. Нам чуть-чуть осталось. Пройти мы сейчас сделаем перекур. Немного перекур сделаем. Покурим. Шлепаем. Шлепаем. Ох, ёб твою мать! У меня патроны кончились. Я тоже. Ёб твою мать, ни тут. Взял? Охренеть. Сидим, сидим, сидим. Сотни, нахуй. Мишка взял одну. Мишка взял, да? Надо было просто подойти. А может, там еще остались? Надо посмотреть. О, вот одного только взял Мишка. Все, с полем. Мишка, с почином тебя, с полем. Как она лежала? Вижу, что здесь Андрюха ходил. Да, я его отдельно. Че, пойдем вот этих просмотрел. Пошли. Че, оставим где-нибудь здесь? Нет, нет, с тобой или на дерево. Чувствую, что я ее найду, блядь. Прям вот она манила меня. Перешли. Блядь, надо было раньше. Прошли, ага. Стрелял в толпу. Блин, ну взял одну. Здесь расстояние метров, наверное, 40. Правда, плохо, что на том берегу. Сейчас ее хер узнает, как достать. Сейчас утку, которую шугали тут, вот эти стайки, частично остались. И прямо возле стана сидят там, ну, может, с десяток. Сейчас попробуем подойти, мы как раз на стан идем. Что, не взял? Бля, хорошие. О, тихо, тихо, тихо. Летит, летит, летит. Да что такое, а? Друзья, мы вот сейчас пришли с охоты. Взяли, конечно, пару уток, надо будет еще одну там достать, сейчас на лодке съездить. Много было уток, много, но почему-то у нас то ли патроны такие, то ли прицел сбит, то ли прицел сбился, не знаю. Ну, короче, было очень много уток. Сейчас вот пришли на стан пообедать. Сейчас пообедаем, вот дошираки запарили, сейчас поджусь грамму, чуть-чуть выпьем, посидим. Ну, потом еще пойдем поохотимся. Пьем за... Да за вас! За вас! Что вы не с нами? Нам завис, а вы дома на диване. Пьем и за вас, и за добытую дичь. Давайте.
Сейчас немножко перекусили. Ребята там пошли попробовать половить щуку. Вот, а я сейчас в это же место, туда же вдоль вот этой протоки буду продвигаться. Посмотрю, может быть еще... Может быть еще возьму утку с подхода. Вот такая у нас сегодня охота получается. Хорошо бинокль взял с собой, вот такой вот маленький, небольшой. Но реально помогает. То есть можно просматривать, сидит там утка или нет. Скажу так, почему мы не попадали в такие большие стайки, не получилось попасть. Значит, я поменял сейчас чок, можно сказать, на цилиндр. Вот, у меня их 5 штук. Вот, до этого стояло там, ну, есть риски, 4 риски. Это дульное сужение, то есть она сильно широкая была. Сейчас поставил единичку, сейчас более-менее... меньше сужения будет и кучность дроби будет лучше, поэтому мы и не попадали, то что сильно дробь разлеталась. Вот. Ну и как бы патроны контейнерные, расстояние примерно 40-45 метров, когда я ставил с 4 рисками, а сейчас 50-56 метров. Сейчас попробую с другим чоком, ну можно сказать с цилиндром. Я вот до сих пор не могу пристрелять для себя ружье. Короче, надо в засидке сидеть. Это у меня лучше получается, чем вот так с подхода. Ну не знаю, короче, я просто мажу. Почему-то мажу. Но сегодня только одну взял всего лишь. Столько стаи упустил, столько было налетов, столько сидело уток. Короче, нифига. Ладно, посижу здесь. Покрякаю немножко. Может, что-нибудь возьму. На камеру просто в любом случае не будет видно, но я ее вижу. Она сейчас в траву хочет зайти, выйти. Блин, ни одного патрона нету. Блин, сейчас бы добрал бы в легкую. Но сейчас чуть подожду, посмотрю. Вроде и плохо, вроде их херово стало. Возможно, он сейчас ласты склеит. Тут что поделаешь, подранки тоже существуют у всех. Приходится добивать или добирать вручную. Вот где-то вот здесь села, где-то вот здесь она. Еще где-то здесь, не знаю. Вот он, вот он, вот. Вот. Ну твою мать, а. И нырнула. А, в траву села. Все, наверное, сейчас вынырнет. Блин, нету патронов. Так бы добрал бы ее. Блин. Ну небольшая такая. Ну видно, нырковая. Вон, вынырнула. Не знаю, я думаю, нету смысла гоняться за такой,
таким подранком, когда вообще просто тупо нету патронов. Можешь ее просто загонять до полусмерти. Может, сдастся. Вон опять вынырнула. Опять нырнула. Ну вот, друзья, рыбаки и охотники. Вот такой у нас получился видеоролик. Короче, ходовая охота с подхода на утку. Тяжело, конечно, было ходить. Ходили далеко, вдоль протоки. Много мазали, много было налетов, перелетов. Короче, было, конечно, весело, интересно, прикольно все это. Но взяли там, ну, три утки всего лишь. Ну, каждому, можно сказать, по утке. Вот. Хорошая была охота, мне понравилось. Места очень красивые, тишина, никого нету, никто не мешает. Вот, сейчас собираемся. Осталось погрузить лодку, собраться и отправляемся в сторону дома. Ну, а теперь осталось, короче, ждать зимы. В ноябре месяце, наверное, скорее всего, у нас снег хоть нормально так выпадет. Будет новый обзор мотособаки под названием Якудза. Возьму покататься у X-Motors. Вот, с хорошим двигателем, с хорошими характеристиками. Ну, покатаюсь, посмотрю, сделаю обзор, посмотрю, какие минусы, какие плюсы у нее. Ну, вот как бы вот так вот. Оставайтесь на канале. До следующих рыбалок, до следующих охот, до следующих обзоров. Всем ни пуха, ни пера, ни хвоста, ни чешуи. Всем пока, всем счастливо, а мы отчаливаем домой.